Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Здравствуйте! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Пожалуйста, возьмите свою Библию, блокнот, ручку, карандаш и учитесь вместе с нами. Мы собрались сегодня, чтобы провести школу исцеления. Мы берем все исцеления, произошедшие в земном служении Иисуса, и изучаем их стих за стихом, строчку за строчкой, чтобы подробно знать, как все происходило. Потому что исцеление доступно и в наше время, а не только когда Иисус был на земле. Он показал нам, как жить, принимая исцеление, а также служа исцелением. Нам нужно стать умелыми, а для этого нужно изучать, что Он делал. Приглашаю вас вместе с нами обратиться сегодня к 5 главе Марка. Мы будем изучать историю Гадаринского бесноватого. Мне так дорого это место Писания, потому что Иисус не только целитель тела, но и освободитель ума. Он приносит мир и свободу разуму. Начнем читать 5 главу Марка с 1 стиха. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту фразу «нечистый дух». Демоны и бесы не бывают чистыми. Они все нечистые духи. В Царстве Божьем Святой Дух, но все демоны, все падшие ангелы, которые заодно с дьяволом, все они нечистые духи. Итак, написано, тотчас встретил Иисуса, вышедший из гробов, человек с нечистым духом. Так что нам известно, что этот дух не от Бога. 3 стих. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Несомненно, его пытались связать разными средствами и, наконец, дошли до цепей. Веревки не могли удержать его, и они воспользовались цепями, но и цепи не могли его сдержать. И в 4 стихе сказано, «Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Итак, мы видим, что этот человек был одержим демоном, и у него была сверхчеловеческая сила. Это были не его собственные способности, а того демона, которым он был одержим. И посмотрите на последнюю фразу в 4 стихе. «И никто не в силах был укротить его». Бесов невозможно укротить, их нужно изгнать. Невозможно их успокоить и мирно с ними сосуществовать. Не пытайтесь изменить их поведение, изгоните их. Иисус не пытался восстановить жизнь этого человека, укротив его. Он изгнал демона. Когда присутствует демон, его не получится укротить, его надо изгнать. Этот человек так сильно мучился. Сердце разрывается, когда кто-то настолько мучим бесами, что даже не может находиться в обществе, быть среди людей, но живет в полном одиночестве там, где люди не должны жить, в гробах, в могилах, в темных, безнадежных местах, в местах, не символизирующих надежду для обычного человека. Итак, он жил там один, в удалении от родных и близких. И демон, которым он был одержим, практически превратил его в дикое животное, живущее в пустоши, в горах и гробницах в одиночестве, дикой жизнью. Видите, что происходит, когда дьявол добивается своего в жизни человека? Он совершенно деградирует как человек. Добиваясь своего, дьявол унижает Божье творение. Бог сотворил каждого человека, и дьявол так сильно ненавидит Бога, что при любой возможности добиться своего в жизни человека, он приводит его к деградации, чтобы оскорбить Бога, сотворившего его. Итак, демон заставил этого человека деградировать, превратив его в подобие животного. Ненормально лишиться возможности жить в обществе. Ненормально жить в полной изоляции и быть дикарем со сверхчеловеческой силой, к которому никто не может даже приблизиться. Каждый раз, когда к вам приходят любые давящие мысли о том, чтобы удалиться от людей, отделиться от общества, противостойте этому. Дьявол хочет вас изолировать, чтобы мучить вас. Бог не сотворил нас для изоляции. Да, совершенно нормально периодически удаляться, чтобы побыть одному, но совсем другое дело вынужденное одиночество, когда вы мучаетесь и терзаетесь. И мы видим, что демон, которым был одержим этот человек, лишил его всякой привилегии общения с другими людьми. 5 стих говорит об этом человеке. «Всегда, ночью и днем, в горах и гробах», то есть в необитаемых местах. В горах и гробах, посмотрите, кричал он и бился о камни. Его ум так сильно терзался, что он вопил. Демон так сильно мучил его, что он калечил собственное тело. Он бился о камни. И в наше время есть люди, которые режут себя. Мы понимаем, что человек в здравом уме не станет этого делать. Если какое-то давление на ваш разум вынуждает вас причинять себе вред, противостаньте этому. Противостаньте этому. Не позвольте дьяволу уничтожить ваше человеческое достоинство. Этот несчастный кричал днем и ночью. Он не просто плакал, он кричал в муках. Он кричал в муках. Он не знал покоя. Здесь сказано днем и ночью. Никакого облегчения, никакого. И никакой надежды. Он не был в обществе, в котором звучала бы какая-то надежда. Люди держались от него подальше. Они не давали ему надежды. И даже если люди приходили к нему, сверхчеловеческая сила демона включалась, и он сопротивлялся любому контакту с людьми. Человеку не свойственно так себя вести. Аминь. Выглядело, что этому человеку уже ничто не поможет в его мучительном существовании. Но когда кажется, что надежды нет, когда ничто не сулит облегчения, есть Спаситель. Есть Спаситель, есть помощь, есть Избавитель. И для Него нет ничего трудного. Для Него все легко. Запомните, Иисус заплатил цену не только за ваше спасение и за то, чтобы, уйдя с этой земли, вы пошли на небеса, не только за то, чтобы у вас были правильные отношения с Отцом, не только за исцеление вашего тела, но и за то, чтобы у вас был мирный, спокойный ум. Часть наследия Дитя Божьего – здравый ум. Поэтому нужно использовать веру не только для получения таких Божьих благословений из нашего наследия, как победа, здоровье, обеспечение, но также использовать веру, чтобы иметь здравый ум. Вам принадлежит здравый ум во Христе. И точно так же, как дьявол бросает вызов любому другому вашему наследию во Христе, он бросает вызов здравому рассудку. Не думайте, что вы одиноки в этом, что что-то с вами не так, если ваш разум под атакой. Дьявол в какой-то момент, каким-то образом, в какой-то мере атакует ум каждого человека. Но у вас есть право ответить «нет, не выйдет». Нужно отвечать неправильным мыслям. Нужно приказывать дьяволу. Библия говорит, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Противостойте ему во имя Иисуса. Как? Скажите, дьявол, это не моя мысль. Ты не будешь мучить мой ум. Ты не заберешь у меня покой. Оставь меня во имя Иисуса. Все так просто. Вы скажете, но я не чувствую изменений. Неважно, ваши слова работают. Продолжайте благодарить Бога за то, что здравый ум принадлежит вам во Христе, и дьявол убежит от вас. Аминь. Помощь есть. Никогда не теряйте надежду. Никогда не думайте, что для вас нет надежды. Она есть. 6 стих. «Этот человек, увидев Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека». Итак, этот человек прибежал к Иисусу. И заметьте, он не нуждался в том, чтобы ему представили Иисуса. Он своими устами сказал, «Что тебе до меня, Иисус?» Это не человек говорил, это демон говорил, используя голос человека. Демон знал Иисуса по имени. Он знал его как Сына Бога Всевышнего. Сам человек не мог этого знать. Просто потому, что он жил в пустоши. Он жил в изоляции. Он не знал, что происходило в обществе. Он не посещал синагогу. Он не встречался с родными, не был на людях, чтобы кто-то мог рассказать ему об Иисусе. Это бесы знали Иисуса. Когда вы ходите с Богом, бесы вас знают. Когда вы ходите во власти, бесы знают человека, осознающего свою власть. Аминь. Почему? Потому что у вас есть власть над ними. И они знают, когда у кого-то есть над ними власть. Будучи детем Божьим, Сыном Божьим, вы имеете власть над дьяволом. Вы скажете, но это же Иисус, Сын Бога Всевышнего. А вы кто, по-вашему? Вы сыны Бога Всевышнего. Аминь. У вас есть те же права и привилегии. Вы сонаследники Иисуса. Аминь. Итак, Иисус в какой-то момент сказал, «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И мы читаем уже реакцию демона через голос человека. «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на первую фразу 6 стиха. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему». Заметьте, он не убежал и не спрятался от Иисуса. Поймите, этот человек хотел свободы. И он побежал к Иисусу. А Иисус сказал, придите ко мне все, насколько бы сильно вы не мучились и не терзались, как бы плохо вы ни жили, и как бы долго это ни продолжалось, хотя бы повернитесь в направлении Иисуса. Аминь. Он прибежал и поклонился Иисусу. Это было приглашение. Он дал Иисусу разрешение помочь ему, вмешаться в его жизнь. И бес заговорил через человека. «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» И затем сказал, «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Заметьте, демон мучил человека. Но когда Иисус пришел, демон не хотел мучиться и сказал о том, чего не хотел. Чем же Иисус мучил этого демона? Тем, что сказал ему выйти. В чем же здесь мучение? Демонам нужно тело, чтобы выражать себя. Демоны — это духи. У них нет земного тела. И они пытаются найти кого-то, кто поддастся им, предоставит им свое тело, предоставит им свой ум, предоставит им свой голос, чтобы они могли выразить себя. Они не будут довольны, пока не смогут выразить себя. Им недостаточно просто присутствовать на земле и чинить людям неприятности. Они хотят выразить себя. Итак, Иисус сказал этому нечистому духу выйти. И тот ответил, «Не мучь меня». 9 стих. Иисус спросил его. Он обращался к демону, а не к человеку. Иисус спросил демона, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». Итак, когда бес не вышел, Иисус спросил, «Как тебе имя?» Демона, которым этот человек был одержим, звали Легион. По всей видимости, этот демон вошел в человека и привел многих других с собой, поэтому он сказал «нас много». Чтобы разъяснить это место Писания, я хочу рассказать вам об опыте нашего духовного отца, Кеннета Хейгина. Однажды Иисус явился ему и сказал, «Я научу тебя о бесах и злых духах и о том, как они овладевают людьми». Иисус в том числе упомянул это место Писания и объяснил брату Хейгину. «Я сказал этому демону выйти, но он не вышел, и я знал, что мне нужно узнать его имя». То есть это был какой-то бес более высокого ранга. Как в армии есть чины, например, генералы, полковники, лейтенанты, сержанты, много разных званий, так и в духовном мире есть ранги власти. У этого демона по имени Легион было много нижестоящих бесов. В этом человеке было много бесов, то есть демон по имени Легион пришел, приведя многих с собой, что наводит на мысль, что он командовал над другими бесами. И Иисус спросил его имя, и тот ответил, «Легион имя мне, потому что нас много». Имя Легион также раскрывает количество бесов, потому что в те времена Легион был самым большим подразделением римской армии. Во времена Иисуса в Легионе римской армии в среднем было от 3 до 6 тысяч человек, обученных военных. Могло быть меньше или больше, но в среднем было столько. Могло быть и на несколько тысяч больше. Но это было самое большое подразделение. И становится ясно, что у этого демона был высокий ранг, и под ним были нижестоящие бесы. Вот в каком состоянии был этот человек. Его мучил не просто один, а много бесов. 10 стих. «Бесы много просили Иисуса, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Еще Иисус вот что сказал брату Хейгину по поводу этого места Писания. Если бы ты был там, ты бы услышал, как один демон говорит через человека. Но в духовном мире я слышал, как все они говорят. В духовном мире я слышал всех бесов, которыми был одержим этот человек. Также, уча папу Хейгина об этом месте Писания, Иисус сказал, «У кого-то может возникнуть вопрос, почему я изгнал бесов в свиней, а не в бездну? Наступит время, когда все бесы будут низвержены в бездну, но это время еще не пришло. Если бы я мог сделать это тогда, будучи на земле, я бы низверг туда как можно больше бесов и избавил бы от них землю, но время еще не настало». Тот же случай описан в Матфея 8:29. И там бес говорит, «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Прежде времени. Видите, даже бесы знают, что назначено определенное время, но они не были уверены, вдруг Иисус может преждевременно изгнать их в бездну. Бесы не всеведущи. И они попросили разрешения войти в свиней. Проявил ли Иисус к ним милость? Нет. Он не помиловал их, он просто пока не мог изгнать их в бездну. Обратите внимание, в 10 стихе сказано, что «бесы много просили Иисуса, чтобы не высылал их, Посмотрите на эту фразу. «Вон из страны той». Почему они не хотели оставить ту местность? Им потребовалось время, чтобы через того человека установить там свое господство. И они, несомненно, влияли на духовную атмосферу той местности, потому что их так много было сосредоточено в одном одержимом человеке. Знаете, дьявол постепенно работает над тем, чтобы завладеть кем-то, чтобы разрушить чью-то жизнь. И он хочет связать не просто одного человека, а целую семью. Он хочет связать город, связать регион. Он хочет захватить как можно больше территории. И бесы просили Иисуса не высылать их из страны той. Почему? Они работали над этой землей. Они долгое время работали, чтобы установить господство. И они не хотели оставлять эту страну. Но я так благодарна за то, что Слово говорит о помазании, что помазание разрушает ярмо. Распадется ярмо от помазания. Пришел Иисус, пришло помазание. И бесы признали, что пришла сила, превосходящая их. Они осознали, что весь их труд по господству над этой местностью, по удержанию ее, по препятствованию Богу делать в ней то, что Он хочет, был теперь под угрозой от одного человека с помазанием. Один человек с помазанием – это все, что нужно. Один человек с помазанием. Помазание разрушает ярмо. Как я говорила, бесы действуют постепенно. Они не достигают чего-то за мгновение. Они внушают кому-то одну мысль. И им нужно обмануть человека, чтобы он стал думать эту неправильную мысль. Затем приходит еще больше неправильных мыслей и еще больше неправильных мыслей. Это процесс. Бесы постепенно завладевают территорией. Но помазанию не нужен процесс, чтобы завладеть территорией. Достаточно мгновения, когда звучат слова с Божьей властью, с Божьим помазанием. И эти бесы знали, что они столкнулись с чем-то большим, чем то, что есть у них. Когда приходит Иисус, когда приходит помазание, когда приходит ваш пастор с помазанием, любой верующий со словом в устах, на слове есть помазание. И когда вы говорите слово, приходит помазание и разрушает любое ярмо, созданное дьяволом. Поэтому мы не возвеличиваем дьявола, не раздуваем его важность. Бог настолько больше, Слово настолько больше, помазание настолько больше, Дух Святой настолько больше, несравненно больше. Аминь. Иисус воскресил нас и посадил на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Ни одна сила и рядом не стоит с той силой, которой Бог помазал свой народ. Вот что нам нужно понять. Вот чего боятся бесы. Одного человека, приходящего на их территорию с помазанием. Тринадцатый стих. Иисус тотчас позволил им. Он сказал им уйти, и нечистые духи вышли. Почему? Бесы обязаны повиноваться. Бесы обязаны повиноваться. Когда вы используете имя Иисуса, кровь Иисуса, власть, данную вам во Христе, бесы обязаны повиноваться, у них нет выбора. И заметьте, Иисус не стал с ними беседовать. Он использовал свою власть над ними. Не нужно сидеть и разговаривать с бесами. Приказывайте им со властью. И заметьте, во всех других случаях, когда Иисус имел дело с бесами, Он говорил: «Замолчи и выйди! Замолчи и выйди!» У них нет другого выбора, как замолчать и выйти. 13 стих. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Поскольку пострадало 2000 свиней, можно сделать вывод, что в этом человеке было по меньшей мере 2000 бесов. Если человеческий дух может вместить 2000 бесов, насколько больше Бога Он может вместить, насколько больше Божьей силы, насколько больше помазания, чтобы, как сказано в Ефесянам 3:19, вы могли быть наполнены во всем вашем естестве, всей полнотой Бога, могли иметь самую богатую меру божественного присутствия и стать телом, целиком наполненным и заполоненным самим Богом. Посмотрим Марка 5:14. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит. Он больше не мучается, он спокойно сидит. И одет, и в здравом уме. И устрашились. Это привело людей в трепет». Я хочу нам всем напомнить о всепобеждающей власти, принадлежащей верующим, над всем, что дьявол пытается совершить против нас. И я обращаюсь к нашим зрителям. Просто знайте, в каких бы вы ни были мучениях, какие бы умственные терзания вы ни переживали, для вас есть полное освобождение, полная свобода, чтобы ваш ум полностью принадлежал вам. Я молюсь вместе с вами. Беру власть и говорю: дьяволу, бери свои руки от ума каждого зрителя во имя Иисуса. Отпусти их на свободу во имя Иисуса. И знайте, нет свободы вне Иисуса. Если вы не рождены свыше, вам нужно родиться свыше. Если вы говорите: «Пастор Нэнси, я хочу быть свободным, я хочу, чтобы мой ум снова мне принадлежал», именно такой план у Бога для вас. Вы спросите: «Как мне родиться свыше?» Слово говорит: «Всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Вам просто нужно сказать: «Иисус, я взываю к Тебе. Я призываю Тебя, будь моим спасителем. Я прошу Тебя помочь мне». Это все, что вам нужно сделать. Вы скажете: «Пастор Нэнси, я не знаю, сработает ли это для меня. Я негодный человек, я сделал столько зла». Слово говорит: «Всякий». Каким бы плохим вы ни были, как бы вы ни жили, всякий. Так что скажите со мной: «Иисус, я принимаю Тебя как моего Спасителя. Ты заплатил цену за мои грехи, и теперь я свободен, прощен и очищен от всех моих грехов. И теперь я дитя Божье. Ты мой Спаситель, Бог мой Отец, и я новое творение во Христе. Во имя Иисуса. Аминь». Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт DufresneMinistries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.